нашего духовного пути, и, может быть, мы можем найти себя в этом. Это история об ученике Нанда Кишора Госвами, который был в 7-м поколении Нитьянанды Прабху. И у Нанда Кишора Госвами был простой очень ученик. И вот история о его духовном пути. И как же мог Нандалал, добрый и любящий по своей природе, пренебречь плачем простосердечного юноши, бесконечно преданного ему? И он стал в той же степени стремиться ко встрече с ним. И вот однажды... Thank you.
то ты несешь бомбу? А, я несу продукты для Далабати. Какого Далабати? Ну, Далабати для Нандалала. Для Нандалала? Да, для Нандалала и его друзей. Они пастут в формировании с коровами. А как он выглядит? О, Шипат, Нандалал так прекрасен. Он носит желтые одежды, цвет тела его синий. Его лучезарное тело украшает ароматная гирлянда, а голову его украшает павлинье перо. Его очаровательная улыбка так прекрасна. Да что там, Шипат, я даже не могу представить, даже не могу выразить всю его красоту. Я не могу поверить Бонду, но и не могу не верить ему. Он же так прост по природе и не совсем не умеет врать. Да, очень хорошо, Бонду, очень хорошо. Бонду, да, сделай для меня что-то. Да, что? Скажи. Пожалуйста, пригласи его завтра на Далабати, да. Чингарава, в моего имя. Хорошо. Он придет? Ой, думаю, придет. А что же ему не прийти? Ну, конечно, придет. Я обязательно его приглашу. Да. Ну, хорошо.
Ипана была достигнута. Он не только получил даршан Кришны, Баларамы и их друзей, также он увидел их игры и оказал им служение, накормив пиром. Но Шрипад еще нет. В этом состоянии он услышал голос Кришны. «Не тревожься, иди домой и опиши места, связанные с моими лилами». Получив это приказание, Шрипад написал две книги «Шри Вриндавана Лиламрита» и «Шри Расакалика». Местной самодеятельности, похлопая мужскому началу.